17 лет в ожидании своего жилья. В нашу редакцию обратилась пенсионерка-инвалид Альфия Галиева, которая рассказала о своих мытарствах в поисках справедливости. Ее не оставляет надежда получить собственную квартиру, ведь она ей полагается по закону, как пострадавшей от политических репрессий и тяжелобольной. Но идут года, меняются чиновники и руководители в мэрии, а бабушка так и живет на птичьих правах в квартире чужих, но добрых людей. Долгое время она работала на Крайнем Севере, а после смерти мужа и сына переехала в Набережные Челны. Сегодня 77-летняя Альфия Мухаммедгалиевна вместо того, чтобы спокойно почивать на заслуженном отдыхе, вынуждена возиться с документами, бороться за свои права. Вот у меня защита. Вот исковое заявление. Это первое. Это сейчас сделали. С 99 года она пытается обзавестись собственным жильем. Государство обязано предоставить его, если полагаться на 12-ю статью Федерального закона о реабилитации жертв политических репрессий. Обрести крышу над головой помогли абсолютно чужие люди, приютившие и прописавшие в своей квартире без права на долю. В 2006-м ситуация осложнилась. Альфия Мухаммедгалиевна попала в больницу. Занесли инфекция. Я не знала сначала. Очень сильная инфекция. 450 таблеток дали сразу. В итоге пожилая женщина получила инвалидность, а с ней и справку на получение квартиры уже вне очереди. В 2013 году женщина подала иск на предоставление жилья по договору социального найма. Суд его удовлетворил, и ей предложили квартиру в 26-м комплексе, но... А там 150 дней труп лежал, он разлагался. И ремонту нет. Это ужас было. Потом я заставила их, давайте четверо уехали туда. Посмотрели. Один Ильин Андрей Владимирович сказал, ну как, Галиевна, говорит, вы согласны? Это уже здесь смешно уже. Я говорю, нет, я не согласна. Андрей Владимирович говорит, тогда будем искать другую. Он понял, там жить нельзя. Следующий документ о предоставлении жилья пришел сразу. Однако, как выяснилось, это была та же квартира. Только в документе был адрес уже не по комплексу, а по улице. Бульвар Юных Ленинцев, дом 12. Другое жилье предоставили в старенькой пятиэтажке на Зябе. В этом случае обошлось без трупов, но жить здесь одинокой бабушке было бы тяжело. А это на пятом этаже. Он новая квартира была бы, я пятый этаж подниматься не могу без лифта. А у меня исковое заявление писал. Я не пошла бы. Я же упаду. Я падаю, все, Меньера, это болезнь, это падает человек. Я ремонтом заниматься не могу, у меня никого нет. Взять ее, а потом заниматься обменом, на это сил не осталось, как и на дальнейшую борьбу за то, что и так ей положено по закону. А годы идут, и здоровье лучше не становится. После вот это инфекция занесли, у меня головокружение стало, Меньера, сердце больное, ишемия. А пока она по-прежнему живет в маленькой комнатушке у чужих людей, надеясь, что государство все же исполнит свой долг, и она сможет, наконец, переступить порог собственной квартиры. Ландыш Капранова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.